Збройні сили України розвіяли міф про другу армію світу, а кібервійська України міф про всесильних російських хакерів. І чого нам робити? Про це повідомив Ілля Вітюк, начальник департаменту кібербезпеки СБУ. Росія завдавала кібератак по Україні ще до 24 лютого минулого року. А з початком повномасштабної війни кількість кібератак на українські організації становила понад 2000. тисячі. Проте це лише частина великої картини, яка є насправді. Причому більшість атак були націлені не на державні безпекові структури, а на цивільні установи для поширення паніки серед українського суспільства, що включало в себе розповсюдження фейкових новин. Україна вистояла першу кібервійну і винесла цікаві уроки, які допоможуть світу в подальших кібервикликах із Росією. Вот я вам объясню, почему я категорически считаю, что Путин не нанесет никакого удара э, с территории Беларуси. Но ну, начнем с главного. То есть сначала. Я считаю, что это большой блеф. Это информационно-психологическая операция Кремля с размещением этих, этого э, тактического оружия в Беларуси. Эта операция, я бы ее назвал «Держите меня семеро». Это от отчаяния. То есть это совсем вот, другой цели я не вижу. Почему? Потому что недалеко, неподалеку от Белоруссии, в Калининграде, с 1000, то есть 2019 года расположены носители тактического ядерного оружия Российской Федерации. Это Искандеры. И если бы Путин действительно собирался значит, их применить, вот они уже есть. Не надо поднимать шум на весь мир. Далее, с 19 -го года Российская Федерация под контролем НАТО, НАТО все это за этим наблюдала, строила там хранилище для хранения тактического ядерного оружия. Потратили несколько лет, прошу заметить, сейчас Путин грозится до 1 июля их отстроить в Беларуси, а там понадобилось несколько лет. И в прошлом году президент Литвы официально заявил, мы исходим из того, что тактическое ядерное оружие, имеется в виду не только носители, но и боеголовки, есть в Калининграде. В Калининграде. она так к этому делу подготовилась, исходя из худшего варианта, что оно там есть, и для этого подготовила боеголовки специальные БЭТ-61, которые повышенной точности, которые предназначены для уничтожения вот этих бункеров, хранилища, вот этих ракет, а также тех бункеров, где может прятаться московский фюрер. То есть это те ракеты, которые, ну вот китайцы недавно провели исследования, китайские ученые пришли к мнению, что значит, эти ракеты, если их пять штук одну за другой в одно место ударить, то они могут достичь глубины до 2000 метров, укрепленных то есть у китайцев, допустим, есть бункеры в карстовых породах, которые находятся на глубине 2000 метров. У Путина, по словам китайских экспертов, самое глубокое подземелье – это в, Алтай, в Уральских горах 300 метров. То есть уже готовы у американцев боеголовки и носители для того, чтобы уничтожать вот эти, это тактическое ядерное оружие России в Калининграде. Теперь, если бы Путин собирался серьезно применять тактическое ядерное оружие по Литве и по Польше, но зачем ему Беларусь? Он спокойно может нанести удар с Калининграда. Так? Тем более, ну, значит, для нанесения ядерного удара нужна какая-то цель. Просто так же, не нажимать на кнопки, да, это серьезное дело. Какая может быть цель? То есть должна быть очень важная цель. И она есть, по большому счету. Об этом говорят американские эксперты, британские уже несколько месяцев. То есть самая большая головная боль для Кремля ⁇ это поставки западных вооружений Украине, особенно последние месяцы. Порты западной, западной Европы забиты этой техникой, бронетехникой, артиллерией, которая нескачаемым потоком идет в Украину. И вот с военной точки зрения нанести по ним удар, по той же Польше, каким-то другим странам. Вот, вот сейчас-то это и надо. Это не надо делать уже, то есть, urgency, или как это так, острота этой потребности, она исчезнет в июле месяце, когда начнется уже полномасштабное наступление ВСУ. Это нужно прерывать сейчас, по идее. Но он не стреляет. Он в это время начинает шум-крик, что я, значит, я размещу это на территории Беларуси. То есть с военной точки зрения это не имеет никакого совершенно смысла. Далее, помимо помимо значит военного смысла, но ну, вы знаете, что Путин грозился этими ядерными причандалами, начиная с 24 февраля прошлого года, когда объявлял о начале так называемой специальной военной операции против Украины, да, когда он прекратился с Западом, что если что, вы придете на помощь, мы вам устроим такой Армагеддон, который никогда не был в вашей истории. Но это продолжалось дальше. И после каждого этого заявления разведка США, стран НАТО, у них очень хорошая электронная разведка, ни разу не зафиксировала малейшего телодвижения Путина, которая бы подтвердила, что там действительно что-то делается. А это очень важно. Одно дело языком мести налево и направо, а другое дело – это действительно начинать перемещать боеголовки, создавая тем самым искушение для противника, в данном случае стран НАТО и США, нанести превентивный удар и их уничтожить. Понимаете? То есть то, что до сих пор не было зафиксировано никаких реальных перемещений рашинских боеголовок, свидетельствует о том, что это блеф. Ну и затем шум на весь гам, шум на весь мир, вот с, с этими беларуси тактическим ядерным оружием. Для того, чтобы крупная операция о а применении тактического ядерного оружия Раши против Европы, против стран НАТО, это вы меня извините, это супер операция. То есть человек должен свою голову положить на, на, на плаху, я имею в виду, Путин. Самый, то есть абсолютно необходимый фактор – это внезапность. То есть вот сейчас бы жахнул он из Калининграда, пока все, ох, ах, приходили бы в себя, так, поезд ушел, все. Он, он сделал, послал сигнал, напугал, давайте теперь якобы договариваться. Это если бы у него была реально такая мысль. А так, когда, знаете, мальчик кричит, волки, 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 волки. Он кричит, эти волки уже бог знает сколько, с 24 февраля прошлого года и все их нет. Поэтому отношение к этим волкам вот такое же, как в этой сказке. И поэтому не зря, когда он анонсировал вот это размещение в Беларуси, в CNN, в значит, в американском эфире, один эксперт сказал, что Путин, он занимается бряцанием оружия. Ну, то есть то, что, что я, о чем я вам говорю. Пугает, блеф, держите меня семеро. Но его уже не слушают, уже надоел он с этим нытьем своим, угрозами. И теперь единственная у него возможность, чтобы как-то так прислушались к его угрозам, это сказать слово «ядерное». Вот для этого и понадобилось ему якобы размещение тактического ядерного оружия в Беларуси, для того, чтобы произвести вот это слово «ядерное». Поэтому я очень сомневаюсь, что оно там появится – ну, во-первых, потому что он не успеет сделать никакие эти самые там убежища и укрытия для этого тактического ядерного оружия. Но сегодня, сегодня как бы предвкушая ваш вопрос, Даша, картофельный фюрер, фюрер Беларуси сделал два важных заявления, которые повергли мне в шок, он сказал, что это оружие тактическое ядерное будет под контролем Беларуси, с его контроля. Это полный идиотизм. До этого заявления он был для меня просто контрольным картофельным фюрером, а сейчас это просто отмороженный дегенерат, который опасен прежде всего для страны и для самого себя. Почему? Да потому что вот американское ядерное оружие расположено в Европе. Оно там с конца 50-х годов прошлого века. Оно все под контролем США. И это везде подчеркивается. Почему? Потому что если это оружие будет применено, то ответственность несут Соединенные Штаты, а не те страны, на которых она находится. Они якобы ни при чем, они не имеют к нему отношения. И Путин то же самое, когда анонсировал это все, он сказал, что мы будем как американцы действовать. То есть под нашим контролем. Белоруссия здесь ни при чем. Все, понимаете? То есть, если наносит удар с Беларуси, летят и тарктическое ядерное оружие, значит, ответ на удар американцев должно по потому, кто его контролирует. По Москве. І тепер цей ідіот заявляє, що тепер я його контролюю. Тобто мочите мене в ответ. <сум> ужас, хто руководів, хто нами даше руководіт. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.